Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами, как пчелки, полетаем над полем, над рапсовым полем. Мне тут недавно сказали, что, оказывается, пчел после долгой зимней спячки специально вывозят ульи на рапсовые поля, чтобы они набирались сил. Из рапса мед никакой, но для пчел, для их здоровья это очень полезно. Поэтому, совсем недавно проезжая мимо такого поля, я решил над ним полетать и немного этих замечательных красок, немного этой атмосферы дать вам, чтобы вы, как те пчелки, после долгой зимы, в этом году она очень долгая, понемногу начали приходить в себя и готовиться к лету. Насчет рапса я знаю только то, что при Украине его использовали для изготовления биотоплива, по-моему, и для изготовления масла. Кстати, если вы знаете, куда это масло вообще применимо и где это биотопливо используется, пишите комментарии. Мне лично будет интересно, да, я думаю, многим из вас. Вот, а мы с вами понемногу поднимаемся ввысь над рапсовым полем и посмотрим, что же здесь вокруг расположен. А летаем мы недалеко от Евпатории. Если из Евпатории выезжать в сторону села Суворово, маленький обзор территории, и сейчас вы увидите вдали озеро Сасык, Сиваш. Видите, вот именно это Сасык-Сиваш, а дальше будет море, и, соответственно, морское побережье – это Евпатория. А вот это место между озером и морем – это как раз дорога, которая выходит из Евпатории и направляется в сторону Сак. Сейчас рапс цветет, красота неописуемая. Кстати, хочу вас спросить, вот на какое место вы поставите, не знаю, по цветовой гамме или вообще, в принципе, по красоте. Есть маковые поля, есть поля рапса, есть поля, если не ошибаюсь, дельфиниум, такой фиолетовый цветочек, красивый тоже. Под Феодосией, недалеко от Феодосии, тоже там огромные поля. Давайте, наверное, проголосуем. Мак, рапс или дельфиниум? Какие вам ближе цвета? Я знаю, что у многих из вас до сих пор практически заморозки и идет снег. И поэтому хочу вам из Крыма отправить немного тепла и солнца. Пусть это видео поднимет вам настроение. И вы почувствуете, что лето уже буквально через каких-то 13-14 дней. Дорогие друзья, давайте жить дружно, как говорил кот Леопольд. Огромное вам спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.